Нова алея берізок стала органічною окрасою житломасиву «Інгулець». Ростимуть деревця на проспекті Перемоги, де щодня проходить і відпочиває чимало людей. Висадка дерев приурочена до 50-річчя комбінату, тож символічно посаджено півсотні берізок. Такі мероприятия должны проводиться не только каким-то датам, а они должны проходить всегда, потому что, ну, действительно, это показывает вот не показушное, так, а истинное отношение вот наше к тому месту, где мы живем. И хотелось бы, чтобы не только мы там проводили своими силами такие мероприятия, да, а чтобы и подключались вот просто прохожие. Я думаю, эта аллея, она сохранится надолго и будет радовать жителей микрорайона своим видом. Все равно это будет такая достаточно, ну, на мой взгляд, ухоженная территория, на которой будет, ну, приятно здесь с детьми будет отдохнуть, посмотреть. Усі інгульчани, теперішні працівники комбінату та ветерани прагнуть зробити свій рідний житломасив більш затишним. А можливість поспілкуватися різним поколінням неабияк надихає. Это мероприятие проходит совместно с нашей ветеранской организацией. А они, как вы знаете, ветераны не всегда люди самые неравнодушные. Ко всему, вот абсолютно ко всему, и это здорово, что у них это все сохранилось. И я надеюсь, что не только совместно посаженные деревья, а именно этот вот дух вот небезразличия и желание сделать лучше, да, вот он передастся от них к нам сегодня через эту акцию. У нас постоянная связь и с профсоюзным комитетом, и с администрацией, и с трудовым коллективом. У нас хорошие трудовые традиции, и мы их поддерживаем постоянно. И это нас, по сути, вдохновляет на хорошую просто жизнь. Хоть мы уже и не работаем, но, во всяком случае, мы чувствуем востребованность. Они нас приглашают на разные мероприятия. Потому что ветераны – это тоже действительно фундамент, который был заложен для нашего великого, я считаю, флагмана горно-металлургической промышленности, Інгулецького горно-водительного комбината. Окрім практичної мети озеленити Інгулець, учасники прагнули ще й у неформальній атмосфері поспілкуватись з колегами. Неформальное общение всегда полезно, потому что, как говорится, немножко мы уходим в сторону от просто производственных вопросов, общаемся просто как нормальные люди, которые действительно занимаются созиданием. Тут, наверное, вряд ли кто-то с этим поспорит. Высадка деревьев всегда традиционно являлась таким как-то благородным занятием. Не так багато часу було витрачено, але пам'ять про ювілей комбінату, про людей, які тут працювали і працюють, буде збережена на довгі роки. А місцеві жителі відтепер мають ще одну зелену оазу посеред стрімкого індустріального ландшафту.